И сейчас обновленная сводка регионального Минздрава по заболеваемости коронавирусом. В Камыке за последние сутки подтверждено 88 случаев COVID-19. Выздоровели 125 человек, 658 жителей республики сейчас получают лечение в инфекционных больницах. В тяжелом состоянии 33 пациента, из них 16 на ИВЛ. Три человека скончались. В режиме домашней изоляции находятся 3218 граждан.